На прямой связи с Дмитрием Рогозиным сегодня были и работники «Звездочки». Из 11 тысяч на онлайн-встречу делегировали почти 100 человек. После официального мероприятия в 40-м цехе организовали концерт в честь первого празднования Дня кораблестроителя. В обеденный перерыв прямо у станков развернули сцену, с которой звучали песни о родном предприятии и о Северодвинске. Работники «Звездочки» сегодня стали свидетелями исторического события. На их глазах прошла праздничная церемония гашения юбилейной почтовой марки с изображением первого русского военного корабля. Марка кораблестроителя достоинством 33 рубля с сегодняшнего дня входит в почтовый оборот. Церемония транслировалась по телемосту. Затем поздравления Дмитрия Рогозина. Вице-премьер назвал кораблестроителей соратниками и призвал их активно трудиться на благо Отечества. С праздником Дня кораблестроителя! Ура! А после в обеденный перерыв в 40-м цехе для работников предприятия развернули сцену. С песнями о белых ночах и о родном городе выступили коллективы НТЦ «Звездочка». А в данный момент в НТЦ «Звездочка» проходит награждение. За профессионализм и добросовестный труд отмечены более 50 работников Ягринской верфи. Звание «Почетный судостроитель» удостоен ведущий инженер-технолог отдела главного технолога Вячеслав Урбановичус. Работники «Звездочки» отмечены почетными грамотами, благодарностями ОСК, Архангельского областного собрания депутатов, администрации и Совета депутатов Северодвинска. От имени руководства предприятия вручены памятные знаки за заслуги перед предприятием и памятные подарки. От Министерства обороны медаль «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и юбилейная медаль «320 лет военно-морскому флоту».